Всем добрейшего с Халкидиков, с Греции, поселок Полихрону. Вот, хотел бы поблагодарить своего первого спонсора. Спасибо тебе огромное, что ты стал первым спонсором на моем YouTube-канале. Приятно, ребят, приятно, спасибо. Так, ну что ж, продвигаемся мы на пляж. У нас 7 число. И посмотрим, что у нас изменилось за эту неделю. Сегодня пятница, сегодня должна быть работа. А также один из подписчиков попросил меня снять видео. Не знаю для чего, но в общем, возле одного ресторана, называется Нефели, попросил снять домик вот в переулке. Сейчас мы пойдем найдем этот Нефели, потому что он по дороге. Ну и снимем этот домик. Кстати, если вы хотите почаще видеть меня в прямых эфирах и задавать онлайн именно мне вопросы и поговорить со мной, вы можете перейти по ссылочке в моем профиле. У меня есть там TikTok страница. Залетаем. Я там каждый день в прямом эфире. Что ж, как видите, разрешение еще некоторые не получили. И зонтики еще лежат. Вот набережная не расставлена. Но я думаю, вскоре, раз они здесь лежат, значит, скоро разрешение получат. В этом году тяжело получить разрешение на пляж. Ну что ж, продвигаемся. Сегодня температура очень жаркая. На море мы не были, но ничего страшного. Открылся вот мини-маркет. Здесь продают сигареты, и он работает до 2, до 3 ночи. Сигареты можно купить только в 3 супермаркетах. Ну вот так, 3 места. Периптер, вот этот магазинчик, или Ники Маркет наверху. А, и также есть возле Лимониса 4 магазина. Максимум это вы будете до 2 часов ночи. До 2 часов ночи это работает вот этот на набережной. Здесь алкогольные напитки и табачные изделия. Да, спасибо за рекламу. Так, вот наш магазин Нефели, нашему подписчику. Я не знаю, что он имел в виду за Нефели снимать. Смотря с какой стороны идти. Ну вот, получается, есть тут такой переулок. Покажи мне сюда, я зайду дальше, значит, сниму дальше. И есть еще дальше чуть-чуть пройтись. Привет. Если пройтись немножко дальше, здесь тоже есть переулок за Нефели. Вот. То есть отпишитесь, какой дом именно вам надо снять, в каком переулке. Давайте, то будет первый, а это второй. Я не ленивый парень, я вам в шорте приду и сниму. Ну вот здесь тоже переулок. Это сам ресторан Нефели, вы можете зайти сюда. Ну вот, вот такая вот ситуация. Вот еще домики здесь. Так что я вашу просьбу, в принципе, выполнил. Надеюсь, лайк с вас. Ну и распространяйте видео. Они постоянно ездят, продают фрукты. Постоянно на пляже они ездят. Не знаю, не скажу вам за... Никогда не покупал у них. Вкусно, невкусно, но они постоянно с утра до вечера катаются здесь. Там матч идет футбола. Можете прийти вот в это заведение. Здесь телевизор, и все греки смотрят футбол. Сара Таверна. А, вы просили меню снять. Меню есть, но оно без цен. Есть на русском, румынском, болгарском и сербском языке. Цен пока нету. Заведение в греческом стиле такой как раз идет. Присутствуют у нас в Халкидиках вот такие вот люди, которые продают китайское оборудование. Магазин вчера получил разрешение, и они за ночь, посмотрите, выстроили шезлонги, и не зря, уже есть люди, уже есть посадка. Вчера он еще был закрытый. Вот, я имею в виду, ничего не было здесь. Ресторан Флегра. Также вчера в шорте вы попросили хорошо вам снять цены. Я вам сейчас... Здравствуйте. Я вам сейчас медленно покажу цены. Если вам лень поставить на паузу, я вот сейчас пройдусь, и вы увидите все цены. Кирилл и Лень, можно к вам в гости? Конечно, можно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот, держите вам цены, пожалуйста. Яблоки 2, бананы, да. Чикита 2,20. 4,5, все клубники, 5 евро черешня. 5 евро черешня, это вот этот вот таппер, да, получается? 2,50. Сейчас, я еще туда не успел. Каисия 2,50.
Клубника 4,50, вот авокадо у нас. Авокадо 4,90. Яблоки. Арбуз почем будет? Или он каждый... 85 центов килограмм. Килограмм. Будет меняться, да? Лимоны. Апельсины. Ну вот, ребята. Чтобы вы не писали, что очень быстро я прошелся, да, и цен не видно. Вы лучше придите, купите и попробуйте, не пожалеете. И все сезонные фрукты 2,50 килограмм. Бомба, спасибо. Работы нет нифига, ла-ла-лай-ла-ла-ла, ла-лай-ла-ла-ла. А потом будет песня «Много работы, ла-ла-ла». Калиспера, калиспера! Можете сказать по поводу сезона? Ужас. Хоть выспалась. Понятно. Да, непонятно, работники года мои, да. Но что делать, ребята, если нет работы? Мы же в этом не виноваты. Вот вы видите ситуацию, да, что работы нету. Ну и хотел вот просто поговорить, потому что магазины некоторые открываются, некоторые закрываются. И это всегда большой риск, потому что, вот, допустим, 3 года постоянно в это время уже была работа, хорошая работа, постоянная она, да, стабильно. Вот, в этом году... Непонятно вообще, ну нет туристов, и как открываться, да, как иметь бизнес, то есть это большие риски. Держу в курсе, то есть снимаю для вас, вы знаете, что делать, подпишитесь обязательно, лайки ставьте, это для меня очень важно, для моего контента. Вот, ну и смотрите меня дальше. Ну что, ребята, следующий день у нас, мы идем с моря, сегодня очень жарко, солнце липнет просто. Прелесть. Ну и пойдем новой дорогой, мы здесь не ходили, поснимаю вам село Полихати. Вот прокат лодок, он находится чуть-чуть дальше, я обязательно заеду, поснимаю вам, что почем, сколько что стоит. Начали заезжать люди, паркуются, село пополняется, посмотрим сегодня день, как пойдет по работе. Но, я вам скажу, море уже отличное, купаться можно, сидеть, но очень долго. Вот. Ну и солнце припекает, загар ложится равномерно хорошо. Гостиница Дионисус. Ну, это моя, в общем, просто я вам не говорил. Ну, судя по всему, Скопье, Греции немножко... Молдова есть. Приезжают люди. Кстати, тут такое предложение. Кто хочет сделать себе рекламу в ТикТоке, либо же в Ютубе, и вы живете здесь рядышком, где-то по Лихруну, либо Ханьоти, спокойно можно приехать, снять ваши апартаменты, либо ваш ресторан, вот, и прорекламировать. Так что пишите. И такая небольшая информация, ребята, короче, по поводу стрижки. Мужская стрижка. В этом году мужская стрижка здесь в селе 14 евро составляет, да, ребята? 14 евро. Каждый год растет она на 2 евро. Я когда приехал, было 8, потом 10, 12. В этом году она стала 14 евро стрижка. В нашем поселке находится один только магазин, одна парикмахерская, которая предоставляет такую услугу. Это как бы вам тоже на заметочку, если кто-то собирается открывать бизнес там, да, или парикмахером, то вот такие вот цены, 14 евро услуга. А маникюр, педикюр, я, наверное, ну, буду в шоке. Там такие цены улетные. Я, конечно, ну, не разбираюсь, сколько они в городе там стоят. Но здесь цены, конечно, ну, космос. Тоже, кто занимается в этой сфере, вот, на заметку, что на сезонах тоже актуально открыть такое и зарабатывать деньги. Сколько здесь был, никогда не замечал, что есть вот такой вот уголок. Тоже видно, раньше когда-то здесь были магазины. Вечерняя вам прогулочка. Вот. Что сказать, людей стало побольше, но толку от них как бы поменьше, да? Вот, все гуляют.
наслаждаются морем, но заказов у нас в основном так не прибавилось. Ну, в общем, ждем дальше. Ребята, держу в курсе. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.